В Уральске, расположенном у берегов трех рек, работа по предотвращению паводка начинается уже зимой. С улиц и дворов снег всю зиму вывозят за город на специальные полигоны. В эти праздники снега в городе выпало особенно много, и сейчас коммунальные службы работают в усиленном режиме. Если с начала зимы вывезли свыше 9000 кубов снега, то половина этого объема только с 1 по 5 января. За последние несколько дней грузовики совершили свыше 500 рейсов. Как показывает практика, если снег не убирать вовремя, весной талые воды затапливают пригородные поселки Саратау, Жолдос, Деркул. Под угрозой подтопления и частный сектор города. Для аграриев год будет хороший, это радует. А хозяева дворов не должны дожидаться, когда придут коммунальщики. Каждый сам должен очистить от снега свою территорию. На сегодняшний день, как я сказал выше, у нас работает достаточно техники. Техника вся в исправном состоянии, то есть на 100% техника у нас готова. Ну и люди работаем, то есть снег выпал у нас, получается, 31 декабря. С этого времени у нас люди отдыхают, работают в полном режиме.